Как устроен реактор, Кирилл знает хорошо. Физика – его любимый предмет в школе. Поэтому на уроке его выбрали капитаном команды. И он не подвел. Практически на все каверзные вопросы в области атомной промышленности знает ответ. Мы ездили в город Северск, там ходили на ядерную станцию. Это довольно интересно было. А что интересно? Что тебе понравилось и что запомнилось? Ну, во-первых, мы посетили комнату управления реактором и сам реактор. Ну, довольно внушительные размеры, очень интересно, необычно. Чтобы ребята приобщались к науке, в школах регулярно проводят открытые уроки в виде викторины и интеллектуальных игр. Никаких учебников, оценок и готовых ответов. Это битва интеллектуалов по физике. Тема – работа атомной электростанции и устройство ядерных реакторов. Сначала – виртуальная экскурсия на АЭС, а после – все, что узнали, пригодится в игре. На раздумье – 60 секунд. Порой у учащихся интерес направлен в другие области, и они концентрируют внимание не на том. А таким образом мы имеем возможность как бы приблизить учащихся к науке, к технологии, к миропониманию. Неделя высоких технологий и технопредпринимательства проходит каждый год. В течение 7 дней для ребят открыты двери предприятий атомной промышленности и университетов. Они встречаются с учеными и проводят эксперименты, создают фруктовую батарейку, виртуально путешествуют на Марс и изучают особенности различных материалов. И, может быть, кто-нибудь из этих школьников станет светилом в науке.